Всем привет, с вами Донтвори, и сегодня бы я хотел поговорить на ту тему, почему все в Майнкрафте на 1 апреля стали жителями. Ну, в принципе, догадаться несложно, потому что 1 апреля и создатели Майнкрафта решили всех разыграть. И что же они такого добавили? Они просто-напросто поиздевались над людьми. Как я делаю шаг вперед, он произносит какие-то звуки. Стоу-стоу. Как делаю назад, тоже такие звуки. А, допустим, я ломаю блок. О, что-то еще крикнул. Ломаю блок. Брик, брик, брик. Допустим, если я кидаю что-то. Такие звуки, стреляю с лука. Точно так же. Но еще звук такой есть. Господи, какие это звуки. А при открывании сундука. Open, closed. Да, вот такие вот звуки. А при том, как я ставлю наковальню, вот take такие that. Звуки. Break, take that. Блин. Я-то вчера целый день думал, допустим, если мы будем ломать и ставить, вот такие звуки будут. И, кстати, скин все время меняется. И на серверах скин другой, я вам чуть-чуть попозже покажу. Я-то вчера строил спавн на своем сервере и не мог понять, что это за звуки. Все время хожу, всякие разные звуки произносятся, говорит что-то, стоу-стоу, я не мог понять. У друзей всех был скин перевернут, я вам чуть позже покажу. Ставим овечку и ставим собачку. И он сейчас будет их сманивать. Вот так. Ладно, все, собачку убили. Теперь мы ставим свинючку. Свинючку. Вот так. Господи. Ладно. Ставим скелета. Он их как бы сманивает или орёт, чтобы они... Ну, давайте убьём эту собачку. Блин, я даже не могу говорить. Чисто молчу все время, чтобы... О. Дроп. Динь. Опыт, он говорит, динь. А ну, если подожжём пол... Игнайт! А ну, а если так? Игнайт! Так, не хочет гореть. Окей. Возьмем вот это. А ну как chop, считается? Чап. Эксплоуд. Не, прикольно все-таки. Только стоун-то все время надоедает. Чап. Стоун, как поднимаю булыжник, он все время говорит стоун. Нет, все-таки прикольное обновление. И давайте перейдем к самим жителям, да. Все, давайте удалим. Теперь возьмем пшеничку, выкинем и подберем. Пап, какой-то пап. А ну, если вот так все повыбрасывать? Пап. А, нет, ну быстро, а ну если сломать? О! Кравел! Вау, прыгать, кравел! Вау! А ну, если брать колесиком. Вау, землю летчиков переделали! Вот это да! Ничего себе, не знал даже. Ладно, окей. Так, давайте подойдем к жителям. И... Господи, они все говорят! Блин! Ай! Hello. Они мне сказали hello. Open, открыть. Окей, давай с тобой что-то поменяемся. No. Нет. All right. Okay. Блин, как же они тут разговаривают сильно. No. Мне сейчас уши лопнут. No. А? Ай-яй-яй. Все, я ухожу от них. Все, кыш. Я извиняюсь, но... Думать, я не сам. Ну, в общем, таки, друзья, вот такое обновление. А, не обновление, а розыгрыш создателей Mojang или Minecraft. Ну, это одно и то же, в принципе. А если вам понравилось, то поставьте данному ролику лайк, кто реально не знал, что это такое. И думал, я, кстати, хочу вот вам сейчас показать. И сейчас я перейду на сервер и, собственно, вам покажу, что же на сервере со скинами и расскажу, чё как. Ну, в принципе, я перешел на сервер Mineplex, сменил версию и
Да, в принципе, перешел на сервер. И как вы видите, у меня какой-то скин, непонятный скин, что он перевернутый какой-то. Ну, в общем, я не житель, и когда я хожу, никаких странных звуков нету, прыгаю, тоже нет странных звуков. На сервере эти звуки на моем плексе не работают. Я не знаю почему. А, возможность то, что у меня перевернутый скин, но здесь стоит житель. Вот так вот. Может быть, на снапшоте. О, господи! Вот это да! Гляньте, что в Мэнплексе сделали. Оу, загриферили Мэнплекс. Вот это да! Вот это да! Это как? Подождите. Мне не показалось. Мне реально не показалось. Мэнплекс. Загриферили, господи. Как так? Господи. Что это за фигня? Что это за фигня, реально? Это, наверное, первоапрельское обновление. Так, давайте спустимся вниз, посмотрим, что здесь, что как тут, что как. Вау. Офигеть, а ну. Блин. Появляюсь на паркуре, типа. Ну, ладно, в общем-таки, друзья, на этом, в принципе, все. Если вам понравилось такое обновление, то ставим лайки. На всех серверах прикольно, даже на Майнплекс. Надеюсь, что это был прикол. А, вы разлили, все окей. А в общем-таки, если вам понравилось, то ставим лайк. Пишем, что вы думаете в комментариях. Ну, вдруг я что-то недопоказал, вдруг я что-то недорассказал, чтобы люди знали. А, смотрим также комментарии, пишем ваши идеи. Ну, кто не подписан на канал, подписываемся на канал. А с вами был Донт Вори. Всем до новых встреч, друзья, и пока.